Всех приветствую! Сегодня у меня будет быстренькая распаковочка аромата, который я заказала на парфюмерной барахолочке. Я взяла флакончик БУ, и это у меня Лилаба. Я начинаю знакомиться с ароматами Лилаба. Уже у меня есть в хотелочках номер 29, матча 26, витивер 46. И аромат сегодня это Байер 19. У меня есть из этих ароматов Сантал 33. Небольшой остаток во флаконе. Мне он очень нравится. Я пробовала Ноэр. Мне он тоже очень понравился, поэтому я очень хочу себе флакончик. Матча 26 я тоже пробовала, тоже мне нравится. Витивер 46 я тоже пробовала. Тоже мне понравился. А вот Тонко 25 мне не понравился. Я покупала себе пробник. И знаете, он мне вообще не зашел. Мне там есть какая-то неприятная нота. И аромат мне неприятен. Ну, Байер 19, кстати, я тоже не пробовала. Я заказывала его вслепую, но он был в моем списке по описанию. И вроде как по отзывам это самый один из самых негромких ароматов Лилаба. Что я поняла в отношении марки Лилаба, это то, что однозначно ароматы... Вывод про аромат не стоит делать очень быстро, потому что такая вот там наклеечка. Девушка покупала в золотом яблоке. Не надо делать вывод быстро об аромате, потому что вот особенность данной марки, то, что я, по крайней мере, все пробовала, это именно раскрытие этих ароматов. Потому что, наверное, из всех ароматных брендов, которые я пробовала, Лилаба для меня выделяется именно своей особенностью, игрой раскрытия аромата в течение дня. И он очень интересно раскрывается на коже. И в него можно влюбиться не сразу, а обязательно надо дать аромату раскрыться, потому что потом вот он вам может вначале не понравиться. Мне так было с номер 29, он мне вначале вообще не понравился. Но потом он так красиво раскрывается на коже, что теперь это одна из моих самых нужных хотелок, которые я хочу. Флакончик ехал мне, кстати, из Хабаровска. Ну, из пульверизатора пока слышится мне пачули, ну, причем не противное. Я, если честно, не очень люблю пачули, но в некоторых ароматах мне очень нравится, как их обыгрывают. Так, что у нас известно про этот аромат? Ну, вы, наверное, уже знаете многие, что аромат называется, по существу, отражает основной ингредиент, который его название обыгрывается. А циферка означает количество ингредиентов, которые используются в аромате.
выпущен BAE-19 в 2019 году. И в нотах здесь у нас заян пачули, озон, ягоды можжевельника, зеленые листья, мускус и амбраксан. Ну, из пульверизатора мне нравится пока, как пахнет. Многие говорят, что это аромат земли после дождя. Ой. Знаете, я даже скажу, что с первых нот мне аромат нравится. В отличие, например, от Noir 29. Он прямо даже бьет какой-то такой свежестью. А потом вот сейчас в нем раскрывается пачули, они какие-то такие землистые, какие-то вот особенные на самом деле. Я еще даже таких пачуль не слышала в ароматах. Да, вы знаете, вот прямо на старте он довольно такой свежий, интересный. Затем он как-то заземляется, но с точки зрения слова «земля» становится более землистым. Очень интересно раскрывается. Я обязательно поношу аромат. Причем, кстати, так интересно, я на самом деле Лилаба не покупала еще сама. Хотя вот, наверное, Noir 29, наверное, я буду покупать в магазине уже полноценный флакончик, тоже в 50 миллилитров. Не знала на самом деле, что так вот там находится наклейка в комплекте. Вот тут, кстати, указано, где аромат именно куплен. Если вот вам видно, то здесь вот написано именно Хабаровск, а именно указано Golden Apple и куплен. Он 7 февраля 2022 года. Вот так написано. А на самом флакончике написано, что, пожалуйста, снимите данную наклейку и наклейте персонифицированный лейбл. Вот довольно такая тяжеленькая крышечка металлическая. Очень интересный аромат. Обязательно его надо тестить перед покупкой, потому что, мне кажется, он довольно специфический и, наверное, понравится немногим. Потому что он такой особенный. Но я на самом деле люблю такие ароматы. Мне очень нравится молекула 05. Землистый аромат, я так считаю. Здесь, возможно, что-то такое схожее есть, но немножко другой такой, знаете, какой-то акцент почвы присутствует, действительно. Сырой, влажной почвы. Очень интересно, мне нравится. Я постараюсь его разносить и сделать более подробный обзор. Ну, еще прикуплю себе других Лилаба и сделаю обзор на Лилаба, который будет в моей коллекции.
потому что в ближайших планах у меня все равно приобретение номер 29 и ветивер 46. Да, такой аромат свежести земли после мокрой земли. Такой интересный аромат, однозначно унисекс. Я думаю, он подходит как мужчинам, так и женщинам. Ну, у меня нос все время тянется к руке. Мне интересно его познавать и разнюхивать. На этом я завершу свой кратенький обзор. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч!